Привет, народ! Мы продолжаем играть в Batman Arkham Knight. И да, я немножко отвлекся на вот третью книгу Dreamfall. Я вообще удивлен, что, по сути, мало кто посмотрел, как-то мне казалось, что крутая игра, все ждут, а тут Batman все затмил. Даже жалко как-то, что из-за Batman позабыли совершенно. Я уверен, что я Devil May Cry 4-м переиздании, наверняка тоже никто сейчас не помнит, ребят. Кто помнит о том, что вышел в тот же день с Бэтменом Devil May Cry переиздание 4-й части, которое я хочу пройти чуть попозже. Что же, меня просили поменять костюм, я таки решил зайти, потому что я дико не люблю менять костюмы в играх. Да, я просто, знаете, я люблю стабильность, у меня в шкафу висит примерно 4, по-моему, да, 4. Да, я не помню, какие у меня одежды в шкафу и что, я особо не заглядываю туда. У меня висит 4 одинаковых черные рубашки, ну почти одинаковые, они разные, но если вы, так сказать, их не носите со стороны, они будут выглядеть абсолютно одинаково. Поэтому видите, насколько... Новый костюм, старые гены. Фу, нифига себе. Я даже не знаю, какой выбрать костюм. Серьезно, ребят, мне не нравится ни один из этих костюмов. Кроме вот этого, с точек из носа. Я хочу... И давайте продолжить сюжет. Переходим к, собственно говоря... И да, за колпака нас обманули. За колпака играть нельзя. Нас обманули. Играть пока нельзя. Видимо, выпустят дополнение. Потому что меня просили поиграть за колпака. Не могу, ребят, ну нету, все перекопал. Ну нет, нигде этого дополнения. Даже упоминания о нем, честно говоря, и нету. Нигде, ни в сезон пассе, нигде. Видимо, его выпустят позже. Кто-то мне писал, что октябрь его, в октябре должны выпустить. Что ж, я не удивлюсь. Не удивлюсь. Сейчас есть мод выпускать дополнение какое-нибудь интересное через полгода после выхода игры. Не знаю почему. То ли потому, что разработчики недоразработали, то ли потому, что еще что-то. Я не знаю. Да и, честно, не хочу знать. Сделают, и когда сделают. Давайте мы продолжим с башнями тусить, потому что мы их не закончили. I'm going to locate the militia watchtowers and shut them down. Да, самое простое, что есть в этой игре. И нам нужно немножко качнуться. И да, я буду болтать во время этой игры. Потому что, серьезно, ребят, ну в чем интерес смотреть просто, как я уничтожаю башню за башней. Башня за башней, реально. Если бы я смотрел, как в это играет, не в обиду никому, ребят. Если вам нравится Rus Game Tactics, не в обиду. Но если бы я смотрел, как он это делает, я бы... Я не знаю, я бы делал это перед сном, потому что я бы уснул. Специальная комбо. Потому что я не знаю, я хочу, чтобы человек болтал, когда играет. Я поэтому так и делаю. Называется поиск специальная комбо. Прием после достижения множителя комбо 5 вместо множителя 8. Слава богу, наконец-то. А чего там, слава богу? Давайте взлетим, посмотрим, что у нас здесь.
Дроны летают, дроны меня не интересуют, я не люблю дронов. Хотя их по-моему надо сбивать, но. I don't care if the gas is gone. Batman still ain't one to fight. Вот там, скорее всего, башня, раз красная светит. Полиция должна гоняться за машинами, а не машины за полицией. Мне, мне yeah, кажется, А, вот они. Так, ребята, надо забраться выше. Посмотрим, кстати, костюм. Новый, как новый, ребята. Не изношенный, без выстрела. Хотя, не знаю, не люблю костюмы, но вы уже поняли. Я сейчас на свой, так сказать, новый ноут скачиваю Бэтмена. Ну, время вот сейчас есть, как и суббота, и то у меня, ну, почти весь день вечером. Уже надо опять начинать кое-что делать. Видите, занятой человек. Постоянно, знаете, у меня нет свободного времени, в принципе. Именно для себя. Вот вчера только одну серию сериала посмотрел, вот все мое свободное время. И серии Бэтмена еще не было, потому что я посуду мыл, потому что не из чего есть. В общем, вот так. Времени совсем нет, лично занят. Слишком долго ты не дрался по-настоящему. Ну, всего лишь полтора... Кстати, полтора года ведь прошло, если задуматься, потому что Бэтмен... Если я ничего не путаю, ребят, я могу путать, потому что давно было, уже не помню. I won't let the militia watchtowers keep control of the sky. Time to hunt them down. Поищем, где они? А, заберемся выше, мне кажется, отличный вариант. Scarecrow's gonna be a wreck for weeks. Still, he, you know, might be extra if we get him loose. О, я вижу там башню, кстати. Вот там еще башня находится. Не получается приземлиться туда, куда ты именно захотел. Просто или после этой прокачки я стал крутым. Последнюю секунду было. Дымовая? Зачем дымовая? Да один человек стоит. Я не могу бросать дымовую. Просто в этом нет смысла. Знаете, я просто такой человек, я не использую снаряжение в игре, если в этом нет смысла лично для меня. То есть, если я думаю, что смысл мне это использовать, я и так могу сражаться. Я поэтому не использую. Я знаю, есть люди, которые пользуются чем-то просто потому, что это есть. Но я не знаю, я ну, не могу этого понять, не могу это делать. Я люблю использовать снаряжение именно по требованию, именно по... Ну, по This has been a long time coming. I've honed my skills, sharpened my senses. Have you? А ты... Чувак, Бэтмен тренируется каждый день, 7 дней в неделю, ну, каждый, не знаю, сколько в году. Мне кажется, это тоже башня. И да, у меня свой стиль игры, ребят, вы могли заметить, я не играю так, как играют, не знаю, все. Sounds like the cells are getting cramped in GCPD. И да, мне посоветовали вот так вот разгоняться. Спасибо за совет, ребят. Я не знал, что так можно. Надо было достаточно немножко сделать, но у меня не получалось. Оказывается, нужно сильнее разогнаться. Я даже вижу, вот там какие-то фонари, вот ребят гуляют на этом подобии Эйфелевой башни. Вот устанавливаю, кстати, вот на ПКсе прямо сейчас игру и хочу попробовать посмотреть, как оно выглядит. Ой-ой-ой-ой, беги! Давайте вот просканируем местность, потому что я совершенно не знаю, где здесь враги. Что в данном случае я вижу только одни пушки и все. Мы должны были уйти после GCPD атаки. Это было лучшее.
best we had. Я даже не знаю, где здесь терминал, честно говоря. Так, кто-то его заботает. I need to get closer. Чувак, ты находишься вплотную, куда ближе? Вы издеваетесь, я не могу... Почему я не могу не воздействовать на этого бота? Вот. А вот нашел. Я запустил еще и на старом, просто потому что он под рукой на ночь поставил скачиваться и запустил. Ну, на максималках, конечно, подлагивает, но, в принципе, графика выглядит на ПК лучше, чем на PS4. Немножко лучше, в плане, даже не знаю чего, текстур, мне кажется. Именно в плане текстур как-то многие текстуры были почетче, правда, и подгружались многие довольно долго, и там были некоторые текстуры, смотришь, вау, а другие разные. They'll be waiting. Я это не удивился. You left me rotting in a jail cell, bat. I'll do worse to you. Как бы я должен сказать честно, это я удивился, когда увидел, что как бы некоторые текстурки там совсем были замылены, а некоторые выглядят просто вау. Два супергероя в одном? Нет, ребят, я понимаю, что вы думаете... Я имею в виду, как будто я разговариваю с теми чуваками. Я понимаю, что вы думаете, что это один человек, но нет. А быть одним супергероем, это уже тяжело. Двумя невозможно. Это разработчики, видимо, так комментируют свои старания, типа, да, Arkham City это новый. Кстати, вот это мост, уже большой город. Как я понимаю. Так, нужно найти башню. Смотримся. You know, I kind of thought of Batman as a force of nature. This whole Wayne thing ruins it for me. Вот поэтому Бэтмен решил активировать этот протокол Nightfall, потому что... Who's leading the militia now? Там красные огни. Куда идем? Я хз, кто командует военными. Да, вот здесь мостик, скорее всего, они здесь. Ну вот здесь мост, но где вышка, собственно говоря? Может быть ниже? Ну это вряд ли вышка, это просто здание. Ой, еще башенка. Что мы стоим практически под огнем турели, но рискнем. Чувак, видимо, решил не стрелять по мне какое-то время. Почему? Не знаю.
Победа. Жим. Байон, чего? В принципе, особо тачить его не получится. Я могу, то разве что вот отключить турель. А, вот, тут еще есть одна панелька. Или нет? First Joker dies. Now the Batman's unmasked. Gotham's gonna be a different place from now on. А, да, вот оно так получается. Я не знаю, со стороны выглядело, не мог понять, что это за инсталляция. Так, теперь можно заняться этой консолью. Этой PS4. Batman. You're probably wondering how I got my microbombs into those rioters' skulls. Why, I... Two watchtowers still standing. A pity to leave loose ends, sir. Huh? They paid through the nose. You were angry when we first met, Batman. Young, full of rage. You think you've still got that fight? Сейчас я даже не знаю, куда идти, ребята, столько всего. Знаете, так прикольно. Вот так хотелось бы попутешествовать, знаете, отправиться вот туда и туда, и везде, везде хочу, понимаете? Так весело. Я бы хотел, чтобы сделали вселенную Архим или тип топ. Вот представьте, какая бы была крутая игра, если бы все вот это, видите, вдали город, все это можно было бы изучать. То есть это все было бы открытым миром. Я считаю, вот это тогда бы была просто игра, не знаю, тысячелетия, века. Хотя GTA 6, вроде говорят, планирует такой быть. И что, знаете, ты просто сможешь и в разные страны ездить, все такое. Читал, что... мне скидывали описание, что чуть-чуть там не в космос хотят сделать, чтобы можно было летать. Но опять же, это хотят сделать. Наверняка это просто концепт, что типа, да, мы хотим там... Вот, знаете, разработчики могут хотеть, но в итоге, конечно, делать. Они понимают, так, это не получится, на это нет ресурсов, на это денег не дали. Это компы у людей не потянут. И в итоге приходится амбиции сокращать. Поэтому часто мы видим... Знаете, поэтому часто видим ситуации типа Watch Dogs, типа The Division, когда графика вау в первый там, первый раз, когда игру показывают, а потом все хуже и хуже, потому что, ну, разработчики тестируют на компах и понимают, что минимальные системные требования придется вписывать там Nvidia GeForce Titan. Они просто начинают понимать, так, что мы не сможем продать это. Вот здесь башня, ребята. В этом районе одна, так что вот, скорее всего, это она и есть, последняя. Последний чувачок остался. Кстати, эту штуку можно заглушить. Так, устройство. Заткнись. В этом районе это последнее. По сути, тут на карте указано, в каком районе что находится, сколько чего. Так что... Ребят, еще одна башня, и мы встретимся с Deathstroke. Подеремся с ним. One militia watchtower left, Alfred. Time to finish this. And finish it you shall, Master Bruce. Please send them my regards. Конечно. I nearly had you, Batman. Back on that cruise ship. You won't... Почти я у тебя был почти в руках. Ты о чем ты говоришь? Сторожевые вышки, сторожевая вышка последняя на Миагами. Ладно, идем на Миагами. Я не знаю даже метку, что где-то вот здесь поставить, чтобы... Get away again. Полетели! Я, кстати, впервые метку ставлю на карте. Нужды не было раньше.
Да, думаю, теперь нужда будет. Что же, идем искать башню на Миагами. По сути, найти их не так уж и трудно. Все-таки отказался мост, потому что я долго здесь ходил и все-таки не мог понять, где они находятся. Вот они. Самое время наделать шум. Мы научились делать новый комбо после моей прокачки. И как-то добивание стало реже нужно делать. И опять же, мне может просто глюкнуть таким образом. Что мне кажется, да? Еще, отбей его. Наконец-то, ребят, все, последнюю мышку уничтожил. Ну, Deathstroke, выходи. Batman, you're a hard man to kill. You remind me of this guerrilla fighter, kept raiding our camp in Troubadour. We got him eventually, nailed his head to a wall. One chance, Slade. Leave Gotham. Now. I don't think so. You've done good work on my towers, I admit, but we still control the roads. And I've got an army of drones ready to tear you apart on the ground. Что? То есть мы до сих пор не можем подраться с Deathstroke'ом? Он теперь... Арестуйте двух самых опасных зомби Готэма, чтобы привести в действие протокол падения рыцаря. Что же, походу мне нужно еще избавиться от машинок, бронемашинок. На острове Основатель еще 3 штуки. И разминировать бомбы, и сделать задание Король Дороги, которое... Ну, у меня многие пункты здесь отмечены. Скорее всего, не все, но многие. Так что, черт возьми, еще есть чем позаниматься, ребята. Что ж так много? Я думал, башню уничтожить, и уже можно с Deathstroke'ом драться, остальное это так, потом... Нет, Deathstroke... Очень такой чувак, который не хочет выходить, пока я не уничтожу все. Что же, ладно. Ну, сказано арестовать... Ну да, двух, это логично. Deathstroke и Загадочник. Что же, хочу для начала разобрать Deathstroke, так как это банально проще, чем Загадочник. Загадочник это я не знаю, на сколько часов, дней, ночей это требуется. Ладно, пойдем вперед, будем охотиться. В принципе, ребята, так как мы сейчас расправлялись только с башнями, давайте продолжим в следующей серии. В следующей серии я продолжу уничтожать все остальное, что есть в Готэме. И под конец, когда мы уничтожим все, я буду искать трофеи Загадчика. Я знаю, многие из вас просят, пройди Загадчика. Ребята, вы понимаете, что искать эти... Давайте я еще раз это покажу. Просто, может быть, вы не поняли. Я хочу показать это более наглядно. Здесь 243 загадки. Я нашел только 11. Как вы думаете, сколько времени нужно, чтобы отыскать все 243 загадки, учитывая, что они не просто разбросаны по годам, а они находятся и в зданиях, и в секретных проходах, и бог знает где еще. На это уйдет дофига времени. Поэтому я хочу пройти в начале задания, которые проще пройти, и которые более-менее, ну, знаете, простые. Типа, пришел, уничтожил, пошел дальше. Это же задание потребует от меня кучу времени. Так что я решил отложить его на самый-самый конец, когда мы уничтожим Deathstroke'а, и останется только Загадочник. Вот тогда, мне кажется, будет самое время. И мы будем понемножку зачищать. И, к сожалению, пока мы не найдем все 243 загадки, сразиться с Загадочником не получится. Ну, в принципе, это возможно, все это можно сделать, просто требуется время. Что же, ребят, увидимся в следующей серии, спасибо за просмотр. И до следующей серии. Пока, ребята.